Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет. Более 20 лет он вел программу «Время», а также был бессменным ведущим парадов 9 мая на Красной площади. Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, о смерти легендарного диктора сообщил спортивный журналист Василий Конов. Кириллов был бессменным ведущим парадов 9 мая на Красной площади в современной России. Кроме того, Кириллов был диктором на парадах в СССР с 1965 по 1980.